Сейчас мы найдем американский мандус. Наш российский есть. Кстати, из нее. Кстати, я долго искал в магазинах Нью-Йорке, да, самый, не знал, как называется, это планжер, называется это, переводит на русский язык бантус. Они бывают разные, для трубачей поменьше, они специально сделаны для духовых инструментов. Просто их не по назначению применяют, сами не знаю. Да, для трубачей поменьше, для тромбонов побольше. Для дубы, знаете, что такое дуба, да, это большой духовой инструмент. Вообще, должна быть, это крышечка. Ну ладно. И Марковый, и Макс. Откуда все силы есть? Thank you.
Wow.